Всем привет! Сегодня я расскажу, как же сэкономить на покупке долгожданного велосипеда. И правило номер один. Никогда не покупайте велосипед в сезон. То есть, помните поговорку? Готовь сани летом, а велосипеды зимой. Поэтому всегда старайтесь приобретать велосипед либо зимой, либо в межсезонье. Тогда на них будут, естественно, скидки. И таким образом вы сэкономите какую-то сумму денег. Правило номер два. Никогда не смотрите на всемирно известные популярные бренды велосипедов, потому что за них вы всегда будете переплачивать именно за марку, за бренд. Вы можете взять, например, вот такой вот велосипед CTM и сэкономить на этом, но в то же время не потерять на качестве самого байка. Затем еще одно небольшое правило. Не обязательно покупать велосипеды с самого последнего года выпуска, потому что, например, если вы возьмете велосипед на год старше, то он будет по своим техническим характеристикам фактически такой же точно, но стоить он будет, скорее всего, дешевле на 10-15%, это точно. Поэтому не гонитесь за самыми последними технологиями. Четвертый момент. Не стоит пытаться купить велосипед с самым навороченным оборудованием, с самыми крутыми какими-то колесами, вилками и тому подобным. Возьмите что-то среднее, даже, например, тот же Shimano Tourney будет работать. Для новичка этого хватит вполне, для городской езды это будет более чем достаточно. Но в то же время не стоит брать совсем что-то, на чем вообще не написано, то есть ноунейм, либо какие-то производители очень сомнительного происхождения. Берите Shimano невысокого уровня, и таким образом вы получите нормальный велосипед за адекватные деньги. Затем по поводу вилки. Все думают, что нужно брать воздушную вилку, ну, в крайнем случае масляную. Но если посмотреть на вот эту пружинно-эластомерную вилку, то мы увидим, что она работает. Причем она работает не так уже и плохо. И я думаю, что для большинства новичков этого будет вполне достаточно. Затем по поводу тормозов. Распространенное заблуждение, что дисковые тормоза намного лучше, чем ободные. Это не так. Ободные тормоза дешевле, но это не значит, что они намного хуже. Да, возможно, они хуже тормозят в дождь либо снег, но тем не менее, тормозное усилие они дают очень хорошее. Поэтому я рекомендую все-таки останавливаться на вибрейках. И если вам когда-то захочется именно дисковые тормоза, вы всегда сможете их просто-напросто поменять. Ну и напоследок хочу сказать, что не стоит гнаться за самыми-самыми дешевыми велосипедами. Скорее всего, это не приведет к ни к чему хорошему. Просто найдите золотую середину, взвесьте все и приобретите то, что вам нужно. С вами был я, Максим. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно ждите новые видео, потому что впереди еще много интересного. Пока!